А давайте сегодня коротко пробежимся по новостям футбола российского. Прости, господи. Александр Кокорин вновь блеснул интеллектом растения и додумался заявить, что каждый нормальный парень и мужчина должен отсидеть в тюрьме. Спасибо, что стульями всех избивать не призвал. Хотя на его примере это вполне себе способствует попаданию в места не столь отдаленные. Матч ТВ настолько испугался фанатов Алексея Миллера, что закрыл комментарий к посту ВКонтакте, где поздравил своего господина с днем рождения. Но народ, любящий своего кумира, решил поупражняться в комментариях к посту следующему. Посмеяться там есть над чем. Александр Мостовой уже традиционно забрызгал слюной Доминика Тедеско, которого назначили главным тренером сборной Бельгии. А вот зачем Валерий Карпин уже спустя несколько лет и будучи главным тренером сборной России, вдруг начал набрасывать фекалиев на Федуна, при всем моем уважении к Валерию Георгиевичу, лично мне совсем непонятно. А какие новости Росфутбола в этом межсезонье порадовали лично вас?